Капец как. А, ну как Сергей Панасюк. Ну, что, от этого, типа, никто не застрахован, життя таке. Приветствую. Андрей, свет пора включать, наверное, да? Уже? Ну да. Готов!
Так полетел, что немножко сильнее, чем рассчитывал. Чем что? Немножко сильнее, чем рассчитывал, наверное. Нет. Айди-ка. Конечно. Для чего? Для чего? Артур, там нарушение. Артур, посмотришь видео. Человек мяч не играет, падает на другого человека. Конечно, ничего нет. Да, Витя мяч. Посмотрим, 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 посмотрим
Черная Алфа. Уже в месте. Нет, вас не сбили. Я знал, что приходит чья-то жена. Мне, не, я не видел, что вчера ему курили. Вчера не помню. Я знаю, что приходит чья-то жена и курит, бывает, да. Бывает, курит чья-то жена, типа, приходит, ну, у кого-то из футболистов. Это, по-моему, кто-то из Сток-Сити, по-моему. Ну, точнее, Аматорс. Из Аматорса чья-то жена. Аматорса вчера не было. Ну, я говорю, что обычно там... Эта женщина курит. А что, жаловались еще? Желтых вчера вообще не было. Прикинь, 8-2. Новое, 8-2 выиграл, новое. У Грейсов. Ой, я уж не помню, там двое было. Thank you.
Время ще 8 хвилин. 8 хвилин? Так. Мені 2 хвилини перейдемося. Я вже одягнутий. А що, дайте? Ти ще не падає? Ні. Там поясом приїхали. Тут можна на цьому повиснути, якщо воно буде падати. На батареї повисне, все нормально. Первая за два дня. Не, ну ты там все правильно, там было видно, что руками сыграл за. Еще пощадил, там в принципе при другом счете можно было бы красный давать. Мяч-то в сторону ворот летел. Я рисую дешевку. Там он не отбил? Там просто не попали, я думал, что вратарь вытащил. Yeah.
Еще, ну ты ее выключишь. Сейчас? Все, Андрей.